Кубок Белгазпромбанка 2015 в этом году отмечает 8 лет. Турнир, который за это время завоевал высокий авторитет, собрал на Брестской земле сильнейших гандболистов. Почетное место среди них заняли брестские мешковцы. Кто знает, возможно, домашний турнир станет для них счастливым билетом в новый сезон. Дворец спорта «Виктория» в очередной раз распахнул свои двери для всех любителей гандбола. Грандиозное событие собрало в одном месте несчитанное количество преданных болельщиков брестских мешковцев. Интерес к играм подогревали ранние успехи их соперников на международных соревнованиях. Обойти их в серии поединков – вот главная задача, которую ставили перед собой наши спортсмены вместе с новым тренером, заслуженным мастером спорта Сергеем Бебешко. Игрокам гандбольного клуба имени Мешкова предстояло вступить в схватку с бронзовыми призерами чемпионата России и Санкт-Петербурга, вице-чемпионами Польши Плотской Вислы и командой польской суперлиги «Азот» и «Пулавы». Настрой боевой. Мне кажется, что все турниры, которые здесь проводились, в Бресте, команда Бреста хотела выиграть, и ребята выходили с настроем. Я думаю, что этот год не исключение, учитывая то, что под моим руководством эти ребята уже провели много официальных игр в «Динамо», большинство из этих ребят. То есть я думаю, что сегодняшний матч против сильной команды из Польши будет таким же боевым. За историю существования Кубка Белгазпромбанка его участниками были представители клубов из Испании, Франции, Македонии, Венгрии, Румынии и других стран. Главный трофей турнира трижды завоевывали брестские мешковцы. В остальные 4 года награду возили приезжие команды. Кубок Белгазпромбанка является первым турниром, который проводится на площадке замечательного дворца спорта «Виктория», где команды имеют возможность отточить и подготовиться, отточить мастерство и подготовиться к стартующему уже в скором времени сезону. Все команды, которые в этом году принимают участие, они стартуют в европейских кубках, в своих национальных чемпионатах. И Кубок Белгазпромбанка – это последняя проверка перед стартом. Минувший сезон стал для спортсменов Бреста одним из лучших. Команде БГК удалось самоутвердиться в Кубке Беларуси, а также Сехо-лиге. Впереди 14-й сезон в истории клуба, а потому уже сегодня спортсмены ставят перед собой высокую планку. Сезон начинается, я считаю, тогда, когда начинаются игры. Предсезонка прошла неплохо, но хотелось бы, конечно, большего. Некоторые ребята пока еще не в строю, то есть Манойлович со своими проблемами со здоровьем до сих пор еще не приступил тренироваться в общей группе. Были микротравмы, но в принципе, в общем, можно сказать, что предсезонка, ну, еще она не закончена, но во всяком случае идет по плану. Кубок Белгазпромбанка 2015 стал долгожданным для болельщиков еще и потому, что брестская команда выступала в обновленном составе. Немаловажное событие в жизни клуба – приход к тренерскому мостику Сергея Бебешко. С новыми силами, непоколебимой волей к победе, которой славятся мешковцы, спортсмены сразятся с соперниками в играх домашнего турнира. В стороне не останутся и преданные фанаты, которые будут поддерживать любимых гандболистов. София Бережная, Дмитрий Хруч, Антон Луговкин, телекомпания «БукТВ».